have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки и Гусь. В прошлой серии это был Гусь, в твой огород проберусь, Гусь, на пикнике окажусь, ну и другие подходящие рифмы под это слово. Так, я сейчас вспомню управление, вот так. Карта полностью обнулилась, то есть фишка в том, что я загрузил свое сохранение, карта полностью обнулилась, я на секундочку испугался, как так, я же все это уже делал. Однако, при нажатии на таб, я понимаю, что дела сделаны. И получается, что с этой локой мы все-таки разобрались. Вот так надо. Пойдемте поищем неприятности на свою пернатую задницу в другом месте. Я уверен, что они найдутся. У нас найдутся еще дела. А я не могу туда пройти, потому что мне нужно открыть с другой стороны. Может быть, через тут? И тут, как назло, сейчас не будет... О, погоди, стой. Можно поворачивать быстрее, если... Залезь туда! Карта же не крутится? Нет, карта не крутится. Я, оказывается, бежал под водой, нормально. Ну, то есть, когда быстро плывешь, это считается бег. Там, где кусты, я выбраться не могу. Давайте немножечко отзумим. Ох, тут сколько всего-то. Иди сюда. Вот тут можешь выбраться. Может, это какой-то хай-левеловый момент? Погодите, но я что-то так далеко проплыл. Соска. И бутылка. А, туда я могу тоже попасть, только с той стороны. Что-то у меня ощущение. Новых дел у меня не появилось. Так, стой. Да развернись же ты, будь человек. Оп. Так, ботинок. Давайте сплаваем обратно. У меня есть парочка вариантов, что можно сделать. Во-первых, у нас там еще были места, куда можно было заглянуть. А во-вторых... А что если к остальным локам ты пробираешься через садовника? Там же была еще одна дверь. И влияют ли сделанные дела? Давайте все это чекнем. Ну, во-первых, еще, да, у нас тут есть мост. Это ж мы по нему пришли или... Погодите. Тут тоже все заперто. Я просто первый раз вижу, ну, вот эту игру, подобную модель. Кстати, я думал, что она года где-то 16-17, оказалось все немножечко попроще. Она 20-го года. Вот. Хотя в разных источниках пишут по-разному. Где-то говорят 20-го, где-то говорят 19-го. Кому делать? Кому верить, как же быть? Но это у нас выход вообще в принципе из локации. Давайте тогда попробуем на территорию садовника пробраться. Дружище, я тут твое радио прихвачу. Эти. Я тут, открой мне. Алло. Алло! Забирай. Я же надеюсь, мне не придется все это делать заново, потому что я же говорю, я загрузил... Так я и так уже попал в сад, вы чё? Выпустите меня отсюда. О, да-да-да-да-да, всё, отлично, открылась лока. Она, видимо, открылась, как только я завершил все дела. Ладно, ребят, извините, несколько минут серии ушли в никуда, пока мы разбирались, но зато теперь я, великий Гусио. Как там, Ctrl, да. Я должен мочь это открыть, это же электрощиток, вы чё, а как же жареный гусь, а как же...
Так, туда я тоже пока не могу попасть. Хорошо, пойдем дальше. То есть здесь, по идее, все будет относительно линейно. Меня будут пускать только в те локации, в которые я могу пройти по завершению дел в той или иной локации. Это... Я подумал, что это типа речка, потом увидел машину, у меня случился диссонанс. Я такой, чего? Туда я пройти не могу, хорошо. Вот эти углы камер, я понимаю, что они сделаны для того, чтобы я куда-то не попал. Спасибо, разработчики, за заботу, но... У меня есть постоянно такое ощущение, о, а что тут, а что там? Я хочу посмотреть, я хочу увидеть. Улица довольно... О, появились новые дела. А, они у нас вот так будут идти. Вообще суперски. Значит, сломать метлу. Понял. Запереть сопляка в телефонной будке. Звучит как вызов. Заставить сопляка надеть не те очки. Я уверен, это точно? Да, это сопляк. Заставить кого-нибудь выкупить свои вещи, попасть на ТВ, сходить в магазин, положить в корзину, картину, картонку, маленькую собачонку, зубную щетку и кучу всего. Значит, это будет гусь скуплюсь и гусь остальное. Так, самолетик. Корзина. О. Корзина. Секундочку. Смотрим, что надо в корзину. Зубная щетка, туалетная бумага, щетка, расческа, консервы, очиститель, фрукты и овощи. Какие фрукты, какие овощи? Тут-тут-тут-тут. Это случайно не то, что мне надо? Ну-ка. О, сопляк! Туалетную бумагу засчитали. Сопляк. Так, хорошо, 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 хорошо. Хорошо, дружище, хорошо. Так, меня еще не могу трогать. Та, я пытаюсь на таб на карту нажать, а оно... Беги, беги, беги! Сопляк! Свали от меня! Я застрял. Я просто серьезно не смог вырулить. На, на тебе! На, 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 на! О, я могу его загнать! Ха-ха-ха! Тварь мелкая! Я тебя сейчас устрою! Я тебя сейчас как попрыгаю... Иди сюда! Я тебе сейчас задницу отщипаю! Это терроризм. Так. Фрукты и овощи. Не, чувак, самолет ты не... Да черт, ладно, самолет я потом заберу. Надо... Тетка меня пугает. Ну, в смысле, отпугивает. Я ничего не могу ей сделать. Как там... Не, погоди. Так, так, так. Еще раз по делам. Сломать метлу. Кстати, а как это можно сделать? В телефонной будке. Надо телефонную будку как минимум сначала найти. Я ее видел, не видел. Так, тут вроде не было. Вот она. А как ее открыть? Чтобы он испугался и сам туда забежал. Давайте, я не против. Давайте, я не против. Не туда, придурок! Да ну не туда! Прекрати бежать в другую сторону! Олень! Уйди! Мне надо тебя туда гнать! Че там надо, чтобы он в телефонной будке надеть не те очки? Надо, чтобы он сначала снял эти.
Он куда-то звонит. А где ее метла? Погоди. Давай. А как мне это? Ясно, это не получится, ладно. Пока что свали. Террор! Тварь мелкая. Никто никогда не скажет, что я добрый человек. А это что? Это мне надо? Не надо? Давайте, я понес. О, консервы. Так, очиститель, щетку, расческу, фрукт, овощи, зубную щетку. Так, очиститель, я думаю, это вот эта штука. Отдай! Тварь, мне это надо! Она ее поставит на место сейчас. Не, не поставит. И вали отсюда. Есть. Очиститель тоже сработал. Щетка, расческа. Вон она. Да, блин, это простелсить надо. И надо, чтобы она убрала... А, куда она уберет веник, если что? Вон он, вижу. Так, а как его сломать? Обо что? Я просто не вижу... То, что она забирает мои вещи, пусть она ими подавится, потому что мне и так засчитали. Может быть, телефонной будкой его сломать? Слушайте, он же будет там дверь открывать. Точно, а это вариант. Давайте попробуем. Да, блин. Иди сюда, тварь. Я тебя сейчас устрою. Ну я же сломал, ты чё? Ну блин, а я не знаю тогда, как еще это сломать. Попасть на ТВ, окей. Случайно сработанный квест. Так. Заставить кого-нибудь выкупить твои вещи. Наставить не те очки, сломать метлу. Это сложно. Это сложно. Мне там фрукты, овощи не хватали, да? Давайте.
кого-то выкупить твои вещи. А, офигеть, ах ты ж мелкая. Ты, она все вытащила, мне ничего не защитила. Ах ты ж, я тебя понял. Хорошо, хорошо, хорошо. Это нужно все делать, не привлекая внимания санитаров. Возможно, знаете, что надо сделать? Возможно, корзинку надо оттащить подальше. Чтобы она не видела то, что я у нее прямо из-под носа ворую. Кстати, это логично, что это я сразу-то так не сделал. Заставить кого-то выкупить твои вещи. Я, кажется, понимаю, к чему это. У нас... Сколько у нас тут вообще задействовано персонажей? У нас есть очкарик, у нас есть человек из магазина, у нас есть бабка-торговка. Давно в будке не сидел? А ну, свали! Мелкий. Кстати, за щеткой она не побежала, если что. Это для нее далеко. Так. Она думает, куда же делась морковка? Куда же делась бумага? Пойду дальше клеить ценники. Она забывает. Через некоторое время она забывает. Хорошо. Я неудачно поставил то, что она теперь... Вот тут поставлю. Хорошо, щетка, зубная щетка. Это будет... А, ополаскиватель, да. Вот она сейчас свалит, я заберу ополаскиватель. До свидания. Щетку я вижу. Зубную щетку надо найти. Ну, в смысле, щетку для волос я вижу. Не оптимально. Ты можешь, пожалуйста, чтобы оно все поместилось? Будь добр. Вот он ходит, проверяет очки. Вот в этот момент нужно на него крякнуть. Понял. Хорошо. Идем пока что выполнять наш страшный план. Идет ставить ценники. Я ничего, я ничего, у меня все хорошо. Так. Ладно, я пытаюсь сразу и на пацана смотреть, и на это неправильно. Ходу! Нет! Ты меня не догонишь! Я к фермеру убегу! Тварь, ладно. Главное, чтобы она сейчас корзину не нашла. За это время, пока она идет, я могу вернуться и что-нибудь еще стырить. А где зубная щетка? Вы мне не подскажете?
Ах ты ж. И она это просто бросила. Спасибо, до свидания. Я пошел. Она и щетку просто бросила. Иди отсюда. Так. Допустим. Да брось ты. Я тебе сейчас как это? Ты сейчас как улетишь? Нет, она идет и все забирает. Тварь. Надо перетащить корзину. Положи, что ты делаешь? Гусь, украдусь, ну блин. Все, я пошел отсюда. Щетку надо будет. Вот ты медленный. Сложно. Сложно. Щетку. Я зубную щетку я там не могу найти. Вот в чем прикол. Ладно, давайте тогда сейчас подкараулим малого, крякнем на него, чтобы он очки себе сломал. Посмотрим, сколько времени у него понадобится. По-моему, сейчас. Нет, она за щеткой идет, тварь. Это не помогает. Он надевает очки. Значит, нужно, чтобы какие-то очки были Тоже надо подумать. Хорошо, понял. В смысле ты идешь все... Ты тупая, что ли? Ай, она мне сейчас все обратно растащит. Ладно, давайте подумаем. Ну, как бы я понял, что и как можно собрать. Давайте найдем зубную щетку, где она, в принципе, у нас есть. Пока она перетаскивает все. Ну что, украй. О, очки! Понял. Да. Расскажи мне об этом. Очки. Хорошо, с очками стало понятно. Мне пока что парочка вопросов. Во-первых, зубная щетка. Во-вторых, как сломать веник. А в-третьих... Так, ходу, чувак. Эти очки нельзя, чтобы она обнаружила. Это наш стратегический запас. Она таскает по одной вещи. Давай я очки пока что вот здесь положу. По идее, она их тут не увидит. Тут у нас осталась только бумага. Она сейчас за бумагой придет. Как его заставить одеть? Да, вот она идет за бумагой. Интересно, после этого она успокоится или нет? Чисто теоретически. Так, пацан. Так, это. Да. Заставить кого-нибудь выкупить твои вещи, я думаю, что это связано с кассовым аппаратом. Заставить сопляка надеть не те очки, это мы сейчас попробуем. Сломать метлу для меня пока что интересно. Сходить в магазин, положить все в корзину. Нужно за то время, пока она не успела... Ну, короче, я понял. Корзину нужно будет
Это более-менее таймер. Просто я тут отвлекаюсь и делаю разные вещи, а отвлекаться не надо. То есть, когда ты делаешь какое-то одно дело, лучше делай просто одно дело, и все. Давай мы тогда... корзинку нафиг утащим. Иди сюда, иди сюда. Не надо тебе этот мячик. Забудь про мячик. Мячик несущественен. Очки навсегда. Блин, чувак, которого реально таких обычно в школе унижают и всякое такое. Хватит играть с мячиками, с самолетами. Иди поправь очки, тебе скучно. Надо понять, то есть он очки держит в руках, но он их не роняет. Как мне ему вручить эти очки? Мы с вами один раз уже видели анимацию, как это происходит. Давайте посмотрим. Он очень, у него очень долгие интервалы. А еще интересно, сохранятся ли сделанные дела? Так вот, у нас сохранится ли то, что мы уже сделали, или нет. Я надеюсь, что да, в любом случае, вот эти два действия загнать и попасть на телек, они несложные. Когда мы зареспаунимся, у нас все вещи вернутся на свои места. Давайте... Ладно, более-менее понятно, что делать, кроме заставить выкупить и сломать метлу. Ребят, кто знает, можете писать небольшие свои... Ну, не то чтобы кто знает, можете писать свои догадки в комментах. Я почитаю, наверное, да, вот так вот будет правильно, потому что именно тех, кто в самом деле знает, лучше не пишите. Вот, тогда уже, получается, продолжим в следующей серии. У нас будут небольшие такие вот зарисовочки по гусю. Чё смотришь? Вот. И продолжим уже потом. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.